Всем привет! В сегодняшнем видео, как и обещала, хочу показать, как собрать клетку. Недавно у меня был заказ из России. Материал называется Эва. Это новый материал, довольно плотный. Смотрите, тут можно собрать клеточку. Вот такой украсит ваш свадебный декор. День Святого Валентина, 8 марта украсили, а потом аккуратно сняли, положили в пакет и все, и спрятали до нужных времен. Итак, вот такие у нас детали есть. Вот это нижняя часть, потом это идет, вот эти, и это верхушка. Собирается очень просто. Прежде чем собирать, я хочу его немножко задекорировать. У меня есть вот такие стразы на клейкой основе. Такую клетку на сайте, если вы закажете до 8 марта, у вас будет 20% скидка. Смотрите, как они сияют, вообще красиво. Так, склеили, теперь хочу склеить вот эти части боковые. Вместо страз можно парчевую ленту даже приклеить на двухсторонний скотч. Вот склеили, видите, боковые части, они очень красиво сияют. Теперь хочу здесь немножко тоже приклеить. При сборке смотрите, чтобы бабочка смотрела вверх. Все приклеила, теперь собираем. Сначала бабочка сможет посмотрела вверх, и вот эти части одеваем вот сюда. Теперь вот эта часть надеваем вот сюда. Теперь верхушку. Клетка почти готова. Вот это самая нижняя часть.
Отлично, клетка готова. Теперь я просто это сниму. Мне нужно внутри сделать цветочную композицию. Так, смотрите, вот эти части тоже я решила добавить стразы. Наша клетка преображается. Такую клетку можно использовать для, например, кто видео снимает, для заднего фона тоже. Будет смотреться красиво для фотосессии. Отлично, смотрите. Вот этот низ. Вот взяла пенопласт, вырезала кругом, буквально каплю клея, много наносить не буду, приклею вот по центру. Вот есть у меня такие листочки, вот такой зелень. Зелень заказывала с Алиэкспресс. Вот. Теперь давайте соберем. Вот такие розы еще шикарные. С Алиэкспресс заказывала, одна штучка 30 центов, если я не ошибаюсь. Заказывала еще 200 штук, придет, обязательно покажу и скажу, что я с них буду делать. Готовили, теперь вот здесь по бокам я добавлю листья. Так, композиция готова. Теперь вот птичка тоже в комплект идет в наборе Эва. И вот с помощью проволоки, видите, я тут стразы приклеила. С помощью проволоки вот. Теперь вот одеваем сюда. Вот видите, здесь есть отверстие. Производитель. Молодец. Вот эта часть. Я вот булавкой. Отлично, мне кажется, вообще супер. Смотрите, наша клеточка готова. Теперь вот здесь отверстие я вот хочу добавить сердечек, тоже есть Эва. Ну, можно на двухсторонний скотч тоже. Видите, как прекрасно этот материал. Вот. Все детали идут в ход. Ничего мы не выкидываем, видите? Отлично. Здесь можно тоже стразики добавить. Вот можно где-то сверху вот на двухсторонний скотч или булавкой закрепить. Можно красного тоже. Можно сердечко и ангелочек приклеили тоже на булавкой. Масса идей. Вот маленькое лаве приклеить вот здесь. Снизу. Легкая, невесомая, такая легкая. Повесили где-нибудь и будет радовать глаз.
Вот клетка наша готова, очень красиво, оригинально. Смотрите, здесь тоже можно и стразы добавить, и полубусины жемчужные добавить, вообще будет шикарно. Идей намного больше, чем мы думаем. Но, девочки, если вы закажете такую клетку или набор материала Эва до 8 марта, у вас будет 20% скидка. Ссылка будет в описании. На этом все. Всем спасибо и всем пока.